пройдет! Никто не расходится! Не расходится! Что за фотоаппарат? Давайте отсюда, пацанчики! Съемки есть вообще или нет съемок? Это нормально, это был первый раз. Съемки есть у вас? Камеру выберите? Камеру? Убери отсюда! Иди! Непонятно, что вы вообще собрались на меня? Уйдите отсюда! Непонятные пацанчики пришли тут. Цирк устроили. Что вы цирк устроили, я спрашиваю, а? Не зря, не зря вы его написали. Вот это крем наш. Крем наш. Ну, это такой хэппининг, художественная массовая акция, ну, массовая в той или иной степени, смысл которых, которая в, ну, в абсолютно нелогичных, нелепых, абсурдных лозунгах, слоганах и плакатах. То есть здесь нет политики, формат не такой, не военно-патриотичный, не политический, не партийный. И каждый раз обычно есть какой-то общий посыл, основной посыл каждой ежегодной акции. У нас в этом году первая демонстрация пройдет под лозунгом «Не пройдет». Она пройдет под лозунгом «Не пройдет», как я хорошо сказал. Однопалатников! Свободу хомякам! Свободу хомякам! Свободу хомякам! Свободу хомякам! Мир, труд, вай-фай! Мир, труд, вай-фай! Мир, труд, вай-фай! Не пройдет! Ничего не пройдет! Даешь проплаченные митинги! Ура! Проплаченные митинги, товарищи! Бесплатные митинги не пройдут! Ты театр, а мы все в ней актеры! Мы все проплаченные, нанятые актеры! Ура! Обязательно наше общественное движение нашего города, потому что это так здорово, великолепно. Отличный формат, очень весело, очень креативно, здорово. Мы за добро, и мы приносим любовь. Ой, сейчас я вам скажу, подождите, что-то с тараканами связано. Свободу тараканам, свободу хомячкам. Мир, труд, вай-фай. Очень понравилось. Вам близки эти? Да, конечно, мы за них. Ура! Нам заплатили! Нам заплатили! Даешь больше! Берешь больше! Берешь меньше! Берешь больше! Проспим! Не забудем, не проспим!
Если ответить честно, с какой целью я сегодня здесь собрался, я долго пытался разобраться. Но у меня ничего не вышло, потому что я снова в сомнениях. И вот когда я на это смотрю, я понимаю, каждый, кто говорит «тю» сегодня нам всем, это наш человек здесь. Потому что там это не сейчас. И когда я путаю теплое с мягким, я вижу все это решительно просто и необыкновенно ясно.